Друзья, мы приехали на водопад Розенблау. Дорога сюда заняла порядка 40 минут по горному серпантину. Посмотрите, какой мощный и красивый водопад. Место уникальное, здесь не туристическое. Туристов из других стран практически нет. Билеты стоят 8 франков на человека. Вот. В принципе, никто не проверяет. Въезд тоже стоил 8 франков. Людей мало. Видимо, дорога далеко и не все знают об этом. Только местные швейцарцы. По краям тропы все в чернике. А вот он водопад. Вход к водопаду через такую пещеру. Что Мы идем уже около часа
не встретили ни одного туриста. Хотя все организовано по-туристически. Видимо, знают только местные. Найдите на этом видео слона. Кто нашел, поставьте плюсик в комментариях. Мы вышли уже на открытую часть. В каньоне было очень влажно, мы все мокрые. Очень холодно, температура, наверное, градусов 10. Подниматься практически отвесно. Сейчас поднимаемся на гору и спускаемся ниже. Мы спускаемся уже к поселку Розенлау, чтобы посмотреть специальную серию по водопаду, подробную, не такую, как в составе фильма. Смотрите, вот на ссылку в описании вверху, подсказка сейчас выплывет. Там будет подробный обзор по водопаду со всеми видео, с замедленными кадрами, со съемками дрона полноценными. На этом ролик заканчивается. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем привет, пока-пока!